Город изменился. Эти горе-гонщики не знают жалости, не щадят никого. Пора прекратить безобразие на улицах. Вот и я думаю,
стартовую площадку. У нас раскрываемость повысилась на 30% против прошлого года, а вы тут в игрушки играете? Я не собираюсь это обсуждать. Мы отмечаем ваши достижения. Последняя операция по поимке угонщиков, когда вы работали под прикрытием, имела успех. Однако на подобные операции у вас уходят месяцы, если не годы. У нас столько времени нет. На все про все пара недель. В игру вступает ФБР. Я буду вашим координатором. Мы подозреваем, что одна из местных банд гонщиков связана с контрабандистами. Извините, что перебиваю, мадам. Но гонщики мелковаты для таких дел. Они не связываются с Лейтенант Келлер, мое ведомство не занимается мелкими уличными хулиганами. Мы ищем вещественные доказательства по делу о краже машины с дока пару недель назад. Эти улики могут вывести нас на бандитские группировки нескольких стран. А украденные машины, по слухам, перепроданы лихачам из уличных банд. Им потребуется водитель. Моя задача — внедрить тебя. Ни больше, ни меньше. Начнем. По улицам. Чем больше... Гонок, ты тем лучше. И не особо осторожничай. Надо, чтобы тебя заметили. Come on.
беседы. Я на месте преступления. Жду криминалистов. Подробности есть какие-нибудь? Ждем четкое описание машины, если что-то будет, сразу передадим. Сообщают, что автомобиль сильно поврежден, вмятины и глубокие царапины по всему кузову. Еду за нарушителем, он уходит. У нас код 3.
ограбление банка с захватом заложников. Возможно, придется задействовать всех. Нарушитель протаранил меня и уехал. Преследую, код 3. Поняла, продолжайте. Следует на восток по И-20. Повторяю, по И-20. Нарушитель только что разбил гражданскую машину. Пришлите скорую. Запрашиваю подкрепление для погони на высокой скорости. Один не справлюсь. 10-4. Подкрепление едет. Внимание, всем вызов отменяется, вернуться к обычной работе.
Я две девятки, вижу подростка, прессующих граффити. А теперь снимают видео. Выходите из машины с поднятыми руками.